Следователи в Ноябрьске до сих пор не могут точно сказать, кто же погиб в пожаре на промзоне в новогодние праздники. Напомню, в ночь на 2 января на одной из частных баз загорелись два вагонщика. Когда приехали пожарные, огонь уже практически уничтожил крыши и несущие конструкции строений. После ликвидации пожара в одном из балков обнаружили тела двух мужчин. По словам следователей, опознать их практически невозможно. В связи с чем в настоящее время решается вопрос о назначении генетической судебной экспертизы. Кроме того, по данному материалу назначена пожаротехническая экспертиза, направленная на получение вопросов о причине возникновения пожара, очаге возникновения пожара. В том числе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев указанного происшествия, а также установление родственников погибших.